Добрый день. В эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения Тимур Бибиталиевич Уразаев. Добрый день, Тимур Бибиталиевич. Добрый день, Зара. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли к нам на передачу. Тимур Бибиталиевич, ваша дипломатическая миссия в Армении подходит к концу. Что из запланированного удалось осуществить, а что нет? Ну, любая дипломатическая миссия в нашей практике, в работе, как правило, связана и основную цель имеет собой – это развитие двусторонних отношений между странами, в данном случае между Казахстаном и Арменией. Мне кажется, все задачи, которые поставило передо мной политическое руководство Казахстана, выполнялись, и большинство абсолютно, конечно, выполнены были достаточно успешно, среди которых я могу назвать следующие моменты. Во-первых, уровень политического диалога между Казахстаном и Арменией не снижался за все эти годы, а в некоторые годы даже был весьма активным. Предкарантинный 2019 год, если вы помните, Казахстан посетила все высшее руководство, Армению посетила все высшее руководство Казахстана, начиная от президента действующего господина Токаева, оба спикера двух палат парламента Казахстана. Дважды были руководители правительства, это и премьер-министр, и вице-премьер, ну, не говоря просто о рабочих делегациях, других представителей казахстанских структур, которые делали каждый в своей сфере вклад в развитие казахстанско-армянского сотрудничества, как торгово-экономического, так и культурно-гуманитарного. Но за годы моей миссии здесь побывало на самом деле не только представители политического руководства Казахстана. Конечно, были у нас и дни культурного сотрудничества, так же, как и в 19, 18, и даже в карантинном 20 году, кроме официальной делегации правительства, также побывали деятели культуры, руководство Союза писателей Казахстана. Мы за последние два года издали фундаментальные сборники, такой как антология казахской литературы на армянском языке. А совсем недавно, буквально полгода назад, мы презентовали здесь в Ереване при содействии и упорной работе, отмечаю отдельно вклад армянских писателей, переводчиков, Союза писателей, которые помогли нам, наконец, сделать такой уникальный сборник, посвященный 175-летию Абая, состоящий из двух книг. Это, собственно, «Кара сөздер», «Черные слова», так называемые, Абая книга, и плюс роман-эпопея Мухтара Уэзова о самом Абае. Это интереснейшая книга, которую, кстати, рекомендую всем армянским вашим зрителям почитать на армянском языке. И это доработанная редакция, с учетом того, что последний перевод делался в далеком 1952, кажется, году. Барзанян делал. А сейчас эта группа писателей-переводчиков из Ереванского государственного университета. Это ваш поэт и переводчик Варожан Хастур. И над антологией казахской литературы на армянском языке также работали председатель Союза писателей Эдуард Мелитонян, поэт Гагик Давтян. Одним словом, все
известные в Армении современные писатели, поэты, переводчики внесли свой большущий вклад, конечно, в развитие этого культурно-гуманитарной составляющей. Ну а что не удалось сделать, есть, конечно, еще очень большой потенциал. В первую очередь, конечно, в торгово-экономической сфере. Вот с одной стороны, парадокс карантинного 2020 года, у нас товарооборот между Казахстаном и Арменией повысился почти на 50% по сравнению с 2019 докарантинным годом. И хотя объемы суммарные все еще небольшие, но тем не менее мы видим, что судя по экспортной и импортной линейке здесь в Армении, совершенно нереализованные остаются ниши, такие как, допустим, импорт металлопродукции, импорт животноводческой продукции, в том числе живого скота, это что касается Казахстана, импорт картонно-бумажных изделий и так далее, так далее. Ну а армянский экспорт в Казахстан, он носит, как правило, традиционный характер. Это, конечно, винные продукции, которые, кстати, тоже объемы упали в карантинном году в связи с определенными, видимо, экономическими трудностями. Но при этом подчеркиваю, что грузоперевозки между Казахстаном и Арменией, они не упали, они даже выросли. И именно поэтому вырос и товарооборот. У меня был вопрос в связи с 2020 годом, потому что это такой беспрецедентный год. Карантин все пережили, война была, и при этом вот в армяно-казахских отношениях даже вот такие вот наметились, вы сказали, на 50% вырос товарооборот, и также в культурной сфере, да, вы сказали, книги вышли, но, наверное, все-таки какие-то коррективы этот год внес в работу. 2020 год, как карантинный, внес, наверное, коррективы только, скажем так, в подходы обеих стран для совершенствования механизмов взаимного товарного обмена и экономического партнерства. Только в этой части. Потому что Казахстан и Армения, во-первых, до сих пор не имеют, не то чтобы даже общей границы, конечно, а нормальной, с логистической точки зрения, транзитной зоны, через которую товары, перевалка грузов могла бы идти не только беспрепятственно, но и с минимальными финансовыми издержками. Вот этого, к сожалению, да. А вот на логистику как-то будет влиять вот 9 ноября, когда заявление подписали президент России, Азербайджана и премьер-министр Пашинян? В этом заявлении отмечено, что будет разблокировка всех региональных коммуникаций. Это внесет какие-то изменения в логистику товарооборота между Арменией и Казахстаном? Конечно, по факту самого трехстороннего заявления предусматривается не просто разблокировка, это означает фактически открытие новых маршрутов. Ну, через территорию, вот, с территории Армении, через территорию Азербайджана выход на Россию. То есть не будет вся нагрузка ложиться только на так называемый грузинский транзит, порты Поти-Батуми. Ну и при тех сложностях, которые есть между политические сложности между Грузией и Россией, конечно, появление дополнительных коридоров – это уже новое окно возможностей. И абсолютно уверен, что предусмотрена этим трехсторонним заявлением разблокировка, она и подразумевает в первую очередь связать напрямую рынки России, Армении, ну и Казахстана тоже. И причем при успешном и достаточно быстром выполнении положений трехстороннего заявления мы можем говорить и о новой возможности, как транзит через территорию Азербайджана и через Каспийское море с выходом на Казахстан. Я думаю, даже
это направление будет для казахстанско-армянских отношений наиболее эффективным и оптимальным. И это позволит бизнес-сообществам Казахстана и Армении высчитывать наиболее удобную и достаточно недорогую логистику. То есть это новые возможности, новые перспективы для развития. Безусловно. Товарооборота. Армения и Казахстан являются членами таких интеграционных союзов, как ОДКБ, Евразийский экономический союз. Удовлетворены ли вы уровнем взаимодействия двух стран? Какие перспективы развития, в каких направлениях вы видите? Ну, что касается Евразийского экономического союза, то и Казахстан, и Армения участвуют как равноправные и равноценные партнеры, но все новшества, которые принимаются в рамках ЕАЭС, а это все договора, механизмы, условия для нашего интеграционного объединения, они совершенно одинаковые. Не только для Казахстана и Армении, но и для России, Беларуси или Кыргызстана, во-первых. Во-вторых, удовлетворены ли Казахстан и Армения? В Евразийском союзе все решается на 5 членов. Поэтому иногда трудно бывает ответить на ваш вопрос, удовлетворены ли Казахстан и Армения. Если удовлетворены все 5 членов, это распределяется в совершенно равной степени. Это самоудовлетворение в виде эффектов от торговли, в виде доходов, в виде повышенной экономической активности, в виде наполненности рынка, труда, занятости. В равной мере распространяется на все 5 членов. И в этой связи хотел бы подчеркнуть, что буквально вот вчера президент Токаев обратился к главам государств стран ЕАЭС сделал обращение в связи с началом председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Он еще раз подчеркнул, что, во-первых, все наши задачи по максимальному снижению барьеров, торговых барьеров, по недопущению возникновения новых барьеров в связи с возникновением новых сфер сотрудничества и так далее, так далее. Это будут приоритетные направления. Промышленная кооперация – это особым пунктом стоит вопрос, потому что под промышленной кооперацией мы понимаем равное участие всех членов государств Союза в совместном производстве. Это, в общем-то, этот процесс, он бесконечный. Он уже идет, но мы его должны не просто совершенствовать, мы его должны сделать, эту промышленную кооперацию, конкурентоспособной по сравнению с другими региональными рынками. Да, с тем же европейским рынком Европейского Союза, с азиатским рынком и так далее, и так далее. И если бы мы в этом деле продвинулись кардинально вперед, мы могли бы многие вопросы и импортозамещения, и товарного обеспечения, и благополучия населения, и, кстати, снятие многих социальных вопросов, таких как, если вы помните, вопрос, или даже переросший в проблему так называемых машин с армянскими номерами в Казахстане и в России тоже, мы бы эти проблемы все могли бы достаточно быстро решить. И если бы мы производили сами достаточную линейку, раз, и хорошего качества автомобилей, два, и чтобы и в Казахстане, и в России покупали автомобили не производство других рынков, которые импортировали сюда по каким-то льготным режимам, а покупали бы собственную продукцию хорошего качества, которая бы замещала бы эти. Вот тогда не было бы и многих тех социальных проблем, которые возникли, как вы знаете, вот в истории этого вопроса. Тимур Бибиталиевич, недавно в Казахстане состоялись парламентские выборы. Как вы оцените их результаты?
Выборы в Нижнюю палату, в Мажилис парламента Казахстана прошли вообще в новых условиях и совершенно, конечно, новыми какими-то организационными моментами. Во-первых, в нашей стране, так и, как и, наверное, во всем мире, действуют определенные карантинные условия. Поэтому главная задача была обеспечить хорошую организацию этих выборов с тем, чтобы максимально возможное количество людей могло осуществить свое конституционное право, прийти проголосовать, и при этом не боялось заразиться, подхватить вирус или каким-то образом испытывать какие-то неудобства. И, во-вторых, конечно, я говорю о новых условиях процедурного и законодательного характера. Впервые эти выборы прошли с учетом изменений и в избирательный кодекс, и в другие законы и нормативные акты, согласно которым все участвующие в выборах партии, а их было 5, претендентов было 6, но реально участвовали 5 партий, они должны были представить в своих партийных списках не менее 30% представителей женского пола, пытаюсь обойти слово слабого пола, совсем даже не слабого, женского пола и молодежи до 29 лет. Это, наверное, насущная необходимость, да, не только в нашей стране, но и во многих других, с тем, чтобы сделать представленность и учитывать какие-то гендерные тенденции современности. Мы, нравится нам, не нравится мужской части населения, но мы должны следовать вот новым трендам. И еще один момент, такое новшество. Ведь политические партии формировались теперь на основе сбора подписей, которые уменьшились в 2 или в 3 раза, в общем, до 20 тысяч подписей. То есть это значительное сокращение и облегчение условий с тем, чтобы максимальное количество партий могло принимать участие в этих выборах. Ну а удовлетворен ли я результатами? Да, скажу, вполне удовлетворен, потому что внушительную победу 71% голосов всех избирателей получила наша ведущая партия Нур Отан. Голосование, несмотря на карантинные меры, оказалось достаточно массовым. Приняло участие 63% всех избирателей. Это хороший результат в этих условиях. Ну и в-третьих, вчера по окончании вот этого всего выборного процесса буквально завершилось формирование нового состава правительства Казахстана. И оно показывает вот, преемственность той стратегии, которую правительство Казахстана и президент осуществляли до сих пор, а стратегия и приоритеты заключаются в частности в дальнейшем усилении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, ну и в организации договора коллективной безопасности тоже. Но что касается вашего вопроса относительно ОДКБ, насколько Армения и Казахстан удовлетворены сотрудничеством, я думаю, обе стороны вполне удовлетворены участием в этой организации, но, как я всегда говорил нашим армянским и коллегам, партнерам, и интервьюерам, лучше, чтобы все-таки военно-политические организации оставались, функционировали тихо в стороне, а не участвовали в разрешении реальных проблем. Это я таким образом завуалированно желаю нашим странам мира и спокойствия.
Мы слышали о так называемом третьем пакете политических реформ, озвученных президентом Казахстана. Поясните, пожалуйста, что это за реформы? Спасибо за вопрос. Я действительно понимаю, что для армянских зрителей, наверное, немножко далеки политические реформы, суть политических реформ в Казахстане. Но мне кажется, что вот этот так называемый третий пакет политических реформ, он актуальный не только для нашей страны, а, наверное, для многих, особенно стран СНГ, конечно. У нас первый пакет реформ, политических реформ, озвученный в 2019 году президентом Токаевым, касался в основном гражданского общества и создания так называемого слышащего государства. То есть связь государства в лице правительства, президента или парламента с гражданским обществом должна быть двусторонней. Второй пакет политических реформ, и это касалось либерализации многих, в том числе там, проведения массовых собраний, акций и так далее, в уведомительном характере, свободное место выбора для проведения митингов и так далее. Это то, что касается некоторые критики, которые иногда там поступают от правозащитных организаций, да, из западного сообщества. Второй пакет реформ, там было также несколько задач, в числе которых это, на моей памяти, это выборность сельских акимов, опять же, создание органов местного самоуправления, как их сделать наиболее эффективными, для того, чтобы граждане, живущие на селе, а не только в городе, в областных центрах, могли бы очень точно получать информацию и, самое главное, сами влиять на принятие решений местного законодательного уровня. И, самое главное, реализации этих задач, который выполняет местный исполнительный орган. Ну а третий пакет вот сейчас был озвучен нашим президентом буквально вот при обращении к новому созыву Мажилиса парламента после выборов, совершенно на днях. И этот пакет включает в себя большое количество задач, которые касаются и сокращения вот этого процентного барьера для прохождения политических партий с 7 до 5%. В этот пакет входит несколько мер по обеспечению молодежного участия в государственном строительстве, государственной жизни. Касается многих аспектов их деятельности. И это и волонтерство, это и создание благотворительных фондов на облегченных условиях, с тем, чтобы эти фонды могли стать реальным механизмом помощи обществу. И много других задач. Я, наверное, не буду все перечислять, потому что это, в общем-то, меры, которые принимаются в любой стране. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, логика казахстанских политических реформ такова. Мы идем в сторону постепенной демократизации нашей и государственной модели, и модели общественной жизни, делая это очень постепенно, учитывая опыт, конечно, других стран, в том числе и Армении, говоря о том, что не все реформы могут решаться вот за один раз, одномоментно, потому что не всегда и само общество бывает готовым к таким переменам. И нам нужно, чтобы, скажем так, старшее поколение воспринимало эти новые реформы с пониманием, а новое поколение с этими реформами и новым образом жизни, образом мышления, особенно то, что касается и гендерной политики, и других стандартов,
по которым мы, естественно, так же, как и Армения, Казахстан, имеет обязательства согласно международным конвенциям, согласно участию в международных организациях в той же ОБСЕ, с тем, чтобы не совсем, не сильно слишком подпирали старшее поколение, и вот этот переход к новой модели жизни и к новым отношениям внутри общества, они все-таки, этот переход был очень постепенным и не слишком болезненным для восприятия и практической реализации жизни общества. Вы находились в дипломатической миссии в различных странах. Интересно узнать в сравнении в Армении, что давалось легче в работе, а что сложнее? Мои предыдущие миссии были долгой миссией в России, а затем в Болгарии. Чем отличается Армения от любой страны Европейского Союза, наверное, в принципе, понятно любому армянину, да? Потому что устои жизни, привычные традиции, они, конечно, сильно отличаются в части приверженности традициям. Я не скажу, что в Болгарии менее привержены традициям, просто это некая другая, все-таки более западная европейская культура. А Армения вообще уникальная страна. Она, с одной стороны, является приверженцем, естественно, западных культурных ценностей, являясь христианской страной, причем древнейшей христианской страной, и общество это за многие века впитала в себя это, что называется, с кровью или с молоком матери, я не знаю, как правильнее будет. Но в то же время на другую половину Армения является восточной страной. Менталитет, приверженность консервативным традициям, такой коллективистский дух, который существует. Я не знаю, он больше порожден традиционными ценностями или советским опытом жизни, но в любом случае я считаю это очень положительный компонент в культуре страны. И я бы и желал, чтобы Армения и в будущем была одновременно европейской страной с восточной культурой. Что касается Казахстана, в сравнении с армянскими традициями, мы ведь и географически, и ментально все-таки чуть более восточная страна. Хотя и мы, в общем-то, разделяем многие ценности европейской культуры, базовые ценности. И именно поэтому мы, и так же, как и Армения, так и как все страны СНГ, состоим в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, потому что в этой организации находятся страны, которые разделяют, скажем так, условно европейские ценности, но культуры и Казахстана, и Армении, они не менее европейские или, скажем так, не менее правильные с точки зрения и, собственно, наших традиционных культур и взглядов. Поэтому страны уникальная культура. Они уникальные культуры. Да. И именно поэтому нам нужно постараться сохранить свою уникальность, некую самобытность и казахской, и армянской культуры, не раствориться в этих достаточно распространенных стандартах. Потому что любые ценности, если даже они принадлежат не европейскому обществу, а восточному обществу, я имею в виду Юго-Восточную Азию или Дальний Восток, эти культуры не менее богаты и глубоки, чем западные культуры. И поэтому я желаю Армении, чтобы она умело сочетала. Это трудно, потому что мы в Казахстане делаем то же самое. Это неимоверно трудная задача, как совместить новые ценности, которые мы разделяем согласно международным обязательствам, но при этом сохранить свою уникальную составляющую, казахскую, армянскую,
и насколько мы будем мудрыми в этой работе и умелыми, настолько зависит от нас, как мы сможем будущим поколениям передать вот совмещенные эти ценности. Международные отношения – это, помимо гуманитарных связей, культурных, это в первую очередь политика. И вы, как опытный дипломат, как вы оцениваете, знаете многие процессы изнутри, насколько вот то, что показывают обществу, и то, что на самом деле происходит, отличается друг от друга? Вот реальная политика, насколько она видна обществу? Знаете, я сам до сих пор задаюсь вопросом, насколько общество видит реальную политику и понимает ее. Почему я сомневаюсь в этом? Потому что я сам являюсь частью этого общества. Может быть, просто с некими более глубокими знаниями в своей сфере деятельности. А вот большая часть общества, которая не задействована в государственном строительстве там, или в международных отношениях, они этой частью общества видят события, которые происходят в нашей политической жизни, я имею в виду наши, все наши страны, через призму собственных проблем. Поэтому я могу совершенно однозначно заверить вас, что большая часть, конечно, общества, она не понимает аналитически то, что происходит в реальной политике, а реальная политика и жизнь, она обусловлена очень многими, скажем так, противоречивыми факторами. И не всегда все кажется так легко исполнить, как это кажется некоторым людям. С другой стороны, общество, любой рядовой гражданин, он чувствует интуитивно, что в стране что-то идет не так, что в какой-то сфере что-то недоделывается. И это совершенно нормальное чувство, и именно поэтому в начале разговора я говорил о слышащем государстве. Государство должно слышать своих граждан. Граждане не всегда все могут понимать в реальной политике, там, где действуют свои законы. И я не политик, я дипломат. Но даже в международных отношениях реальная политика бывает гораздо более мрачной, а иногда и непонятной для большей части общества. Но тут и представителям гражданского общества, и вообще просто гражданам, тоже важно со своей стороны понимать, что все не могут заниматься политикой. У нас сейчас все обсуждают, все любят говорить о политике. Социальные сети просто переполнены политическим анализом, со многими аналитическими выкладками и со множеством грамматических ошибок, при этом не говоря о каких-то заблуждениях или конспирологических выводах. Но тут важно вот, ни одной стороне, ни обществу, ни государству, что называется, не выплескать чересчур свои или эмоции, или какие-то радикальные решения с тем, чтобы осознавать, что в любой стране главное – это политическая и экономическая стабильность. Если государство обеспечивает все условия для общества, чтобы любой гражданин мог чувствовать себя экономически безопасно и стабильно, то и общество будет видеть в государстве не оппонента, а своего защитника. Ну а все революционные события, в какой бы, я не только говорю про Армению, совсем недавно
события вокруг и в Белом доме, вернее, не в Белом, в Капитолии, извиняюсь, они показали, так же, как и прошлогодние события по всей Европе, в Берлине, в Лондоне, где были массовые выступления, это и Black Lives Matter, и многие другие события, они ярко свидетельствуют, что есть инструменты, которыми общество может быть перегрето. Один из этих инструментов – это различные социальные сети. Ну а движущие силы этих событий, как правило, это политические оппоненты, которые выступают на одной или на другой стороне в обществе. И многое зависит от того, насколько вот, условия realpolitik будут понятны и восприимчивы в обществе, с тем, чтобы третьи силы не могли эти противоречия использовать для полной дестабилизации положения в стране, которое, как пример показывает, во многом может привести и к разрушению не просто правопорядка, но и разрушению государственных основ в стране. Ну, не вам объяснять, что для Армении эти вопросы и проблемы особенно актуальны, и нужно очень бережно относиться к тому, что происходит, и к тому, что ты собираешься сделать. Это мое обращение, скажем так, к любому гражданину, будь он бизнесмен, строитель, политик, дипломат или кто бы то ни было. Тимур Бибиталиевич, ваша дальнейшая деятельность будет связана с развитием армяно-казахских отношений? Я надеюсь, что будет. У нас решение принимается уже по возвращению на родину. Но я уверен, на каком бы направлении деятельности ни находился, находясь на дипломатической службе, я в любом случае буду и вспоминать Армению, но и работать буду на благо казахстанско-армянских отношений, потому что за годы моего пребывания здесь Армения для меня действительно стала очень приятным домом, не только местом работы. Наверное, вы знаете, что и моя семья очень комфортно чувствовала здесь, и мои дети, которые обучались в местных школах. И мы очень много получили от такой зарядки, что ли, да, или эмоциональной наполненности от общения с армянскими друзьями, товарищами, партнерами, коллегами. Я вот пользуюсь случаем, хочу выразить благодарность всем нашим коллегам, которые оказывали всемерное содействие в работе нашего посольства. Поэтому не сомневаюсь, что моя и работа, и мысли будут связаны с Арменией. А вот интересно узнать, что вам больше всего запомнилось в Армении и почему будете скучать? Очень много. Во-первых, конечно, если начинать с простых вещей на уровне ощущений, это хорошая теплая страна, раз. Во-вторых, это люди, которые бескрайне просто гостеприимны. Иногда это гостеприимство становится трудным для восприятия или для, скажем так, сохранения фигуры. В-третьих, я уже сказал, что мои дети получили здесь очень хороших наставников. Это педагоги в музыкальной школе, это педагог и наставник моего сына, который задал ему стезю на будущую жизнь, математик, информатик. Я хотел бы, пользуясь случаем, также им выразить благодарность, тем более, что, к сожалению, коронавирус не обошел вот нашего друга, нашей семьи, наставника моего сына. Хотел выразить благодарность местным армянским медикам, врачам за каждодневный труд,
которые они делают в условиях карантина, ну и за конкретно тем врачам, которые, это и врачи, и реабилитологи, которые, что называется, от души работали и действительно практическую пользу принесли для нашего здоровья. И мы всегда будем помнить их совершенно бескорыстный труд. Ну и в-третьих, или же в-четвертых, это что касается наших воспоминаний, это, конечно, в докарантинный период мы, все казахстанские дипломаты в Армении, кроме того, что чувствовали гостеприимство, комфорт, мы здоровались, обнимались и по-мужски, можно сказать, могли поцеловать, облобызать друг друга. Сейчас в карантинное время это уже как будто ушло. Я надеюсь, что когда-то вся эта пандемия закончится, и я смогу приехать еще раз в Армению и хорошо обнять моих армянских друзей. Мы рады будем, если вы снова приедете к нам в Армению. Спасибо, и спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам.